Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 июня. И я вот зашла в теплицу номер 3, чтобы показать вам еще раз про то, что некоторые сорта крутят листья только из капризности. Потому что несколько дней назад я снимала видео и говорила, что если у вас целый ряд хороших томатов стоит, а один только закручивает лист, это значит не из-за того, что здесь температура плохая, не из-за того, что там условия плохие. Бывают томаты капризничают, один какой-нибудь сорт. Вот это теплица номер 3, ой, номер 2, ну, которую я еще не высадила. И смотрите, я говорила про чудо земли, что в первой и второй теплице, которую я уже высадила, у них крутят лист. Вот сейчас идем по ряду, вот видите, листья хорошенькие такие, ровненькие, все прекрасно. Но пройдя дальше, мы видим, о чудо! Вот смотрите, какие сильно прям закрученные листья, точно такие же, как я вам показывала на фото. Вот эти два. Этот и этот лист закрученный. Несмотря на то, что у него уже и томатики хорошие, прям такие наливаются, формируются. И как вы думаете, какой это сорт? Конечно, чудо земли. Вот этот третий случай еще раз подтвердил то, что именно чудо земли в любой. Он и в первой теплице, которую я высаживала для раннего урожая, закрутил лист, во второй тоже. И в третью теплицу я специально для подтверждения, вот для, как сказать, для чистоты эксперимента сунула еще сюда, думаю, ну еще здесь посмотрю. И то же самое, ни одни из томатов тут листья не крутят, у всех листы хорошие. А у него крутит лист чудо земли очень сильно. И крутят лист, главное, старые. Вот старые нижние листья образовываются сначала хорошие, все. Как только новые вот здесь образуются, эти становятся старыми, они, видите, уже начинают, они начинают сворачиваться в трубочку, все. Вот уже начал, он чуть стареет, начинает в трубочку. И как я поняла, если он в трех теплицах один из всех закручивает лист, значит, я вообще не буду обращать на это внимание. Капризничает, пусть капризничает. И тут еще одна зрительница написала, у нее тоже чудо земли стоят два рядом. Один закрутил лист, другой нет, это еще интереснее. Ну и пусть крутится. Значит, еще раз это подтверждает, что некоторые сорта неадекватно реагируют. Вот что им не нравится, я не знаю, в одной и той же почве, в одной и той же теплице все томаты растут, цветут, благоухают. Он, кстати, тоже растет, цветет, дает плоды, но лист свой нижний крутит. Все, это маленькое видео. В довершение к тому, я вот ссылку дам на первое видео, когда я говорила, иногда, может быть, и не нужно обращать внимание на то, что лист крутится. Это капризный сорт.